Здравствуйте, это видео посвящено тому, как Google обучает поиску. Речь пойдет о Google образовании. Сейчас вы ознакомитесь с планами уроков и мероприятиями. Мероприятие разделено на три группы по степени сложности. Зеленым цветом обозначены мероприятия для новичков, желтым для промежуточного уровня и синим для дополнительного уровня. Уроки разделены на 5 тем или направлений. Первое – подбор правильного поискового запроса. Второе – понимание результатов поиска. Третье. Сужение поиска для лучшего результата. Четвертое. Поиск доказательств для исследования задачи. Пятое. Оценка авторитетности источников. Далее вы можете ознакомиться с примерами уроков и узнать, как самостоятельно переводить их на русский язык. А это планы карты уроков.
В будущем планируется дополнить курс уроками, видеороликами о прохождении этих уроков.